Здравствуйте, с вами Андроид Андроидыч. Сегодня хотел поговорить об гонке с препятствиями, которая называется Top Gear Extreme Parking. Вы, наверное, слышали слово, название Top Gear. Это название известной передачи про автомобили, как я понимаю, проводится в Европе. Игра, как видите, на русском языке у нас есть различные автомобили, которые мы можем с вами использовать, но открывать все остальные мы сможем позже. Давайте выберем вот этот джип и нажмем привод. Так, ну тут я понимаю уровень сложности. Давайте выберем нормально и выберем первый уровень. Как я говорил ранее, нам нужно будет от начала до конца проехать из одной точки А в точку Б. Но самая главная сложность данной игры состоит в том, что мы не должны ни разу не врезаться. Если мы врезаемся, мы начинаем с самого начала. А у нас получается управление, вот мы можем газовать, назад ехать или поворачивать машину вправо или влево. Также можем переключать скоростя, то есть вот сейчас нажали, да, у нас он поедет взад, взад, назад, так, вперед. А также мы можем выбирать камеру вот таким вот образом, ну, как нам удобнее, так мы и выбираем. Идет время с левой стороны. Вот, и теперь давайте попробуем проехать. Блин, что-то меня тут нажимал, что теперь не могу ничего выбрать. Можно вот такой вид сделать, но с таким видом, конечно, очень тяжело сориентироваться. У нас определенные точки есть, и вот они показаны зеленым цветом, по которым мы сможем определять туда, куда нам нужно с вами ехать. Вот, наконец-то выбрал я правильный путь, и вот так мы с вами проходим. Но у меня пока получается очень-очень хорошо это делать, и видите, я уже врезался и начинаю все... А, нет, да, начинаю все сначала. В этом, конечно, сложность и заключается. Нам надо очень осторожно управлять автомобиль, чтобы не врезаться. Можем также улучшать наш автомобиль, если мы хотим это сделать. Но для этого нам придется зайти в интернет. Вот так у нас будут проходить гонки. Ну, достаточно прикольно. Даже можно назвать симулятор парковки. Но тут все-таки мы на трассах все это осуществляем, поэтому так назвать данную игру нельзя. Теперь давайте перейдем непосредственно к плюсам и к минусам. Ну, плюс какой? Достаточно удобное управление, возможность сделать очень много камер сверху, сбоку, как мы хотим. То есть в этом смысле, конечно, очень-очень круто сделано. Дальше, какие плюсы? Ну, графика. Ну, графика она такая средненькая. Минусы. Ну, она очень сложная. То есть многие, попробовав данную игру сыграть, сразу же после первых двух врезаний перестанут в нее играть и стерут ее нафиг. То есть в этом, конечно, основной ее минус. Ну, вот такая прикольная игра. Если вам понравилось, советую в нее сыграть. С вами был Андроид Андроидыч. Не забывайте ставьте лайк и вступать в мою группу ВКонтакте. Всем пока, до скорых встреч.